брейк-данс, театральное искусство, кроссфит и многое другое. Этой осенью комплексный досуговый центр «Навигатор» представил для молодежи Щелково множество направлений, где каждый сможет проявить себя творчески. Познакомиться поближе можно было в рамках Дня открытых дверей. В рамках политики перемен, объявленной губернатором, нашим главой Андреем Алексеевичем Булгаковым, мы делаем перезагрузку молодежного центра «Навигатор». И в рамках перемен у нас открываются новые клубные формирования для молодежи. Мы стараемся сделать для ребят активный, интересный досуг. И досуг этот может быть абсолютно разный, все зависит от интересов молодых людей. Современные танцы, актерское мастерство, игра на ударных инструментах, изобразительное искусство и даже занятия в военно-патриотических и волонтерских отрядах. Это лишь небольшая часть тех объединений, которые сегодня работают в «Навигаторе». Здесь функционирует 16 клубных формирований. Было бы желание найти занятия по душе, в центре «Навигатор» сможет любой житель Щелково от 14 до 35 лет. И раз, два, три... 4. В день открытых дверей центр представил публике направление своей деятельности. Каждый смог не только посмотреть на результаты трудов учреждения, но и лично попробовать свои силы в том или ином направлении. Сотрудники центра провели мастер-классы для молодежи Щелково. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.